Всем привет! Я рада приветствовать вас на моей кухне. Сегодня у нас, как всегда, все быстро, просто, вкусно и ароматно. Сегодня готовим очень ароматный салат. Так, сначала надо подготовить морковку. Я ее натерла, добавила немножко соли и уксуса. И она у меня немножко стоит. Так, включаем плиту. Нам надо разогреть оливковое или сливочное масло. Пока в морковку добавляем по вкусу сахар, кориандр. Очень я люблю эту специю, пряность, за ее такой, не знаю, очень вкусный аромат. Не все ее любят, но это очень вкусно. И чеснок. Нам надо потереть один чеснок. Ну, по вкусу. Уже у меня одна морковка, поэтому один чеснок. Так, все. Ждем, когда нагреется масло. Так. Масло нагревается. Так, все, пошло, видите, шипит. Так, выключаем масло. Уже, видите, начинает уже стрелять. И сразу заливаем нашу морковку. Все. Наша морковка пропитывается. Пока будем готовить следующие ингредиенты. Сегодня очень вкусный и ароматный салат с цитрусовой заправкой. Для этого мы сначала приготовим лимон, очень хорошо вымыт. Цедру лимона. Я сразу это делаю над мисочкой. Все ароматы, эфирные масла сразу попадают в заправку. Теперь немножко покатаем лимон. Добавляем лимонного сока, но по вкусу. Я добавляю немного, где-то меньше чайной ложки. Кто любит сильно кисло, могут добавить больше. Так. Чайную ложку сахара, соль и чайную ложку французской горчицы. Оливковое или растительное масло. Все, на этом этапе мы пробуем. Хорошая горчичка. Запах лимона потрясающий. Так, сегодня у нас авокадо. Так как оно быстро темнеет, видите, я уже разрезала, оно уже начало темнеть. Удаляем косточку. И нарезаем. Оно как масло у меня сегодня авокадо. И нарезаем сразу в заправку, чтобы оно не потемнело. Ой, люблю я такие авокадо, которые... Когда мне попадется еще одно хорошее авокадо, мы с вами приготовим авалато. Это вкусно, это ароматно, но нужно... Надо, чтобы было авокадо вот такое же мягкое и красивое.
Все. Перемешиваем авокадо, чтобы оно у нас не потемнело, с заправкой. Так, дальше. Основное мы тут уже сделали. Теперь берем нашу тарелку, и на ней у нас зелень. У меня это листья свеклы, ростки подсолнечника, это базилик, горошек. Так. Так, это мы немножко отодвинем, чтобы не мешалось. И ставим сюда нашу тарелочку. Так, выкладываем наше авокадо. Берем свежий огурчик. И сразу на тарелку будем натирать. Добавляем нашу красивую морковку, которая уже замариновалась. И это придаст нашему салату неповторимый вкус. Кориандр, чесночок. Ой, запах молодого чесночка. Вы это не представляете, как это пахнет. У нас есть жареное куриное филе. Я замариновала в своей любимой копченой паприке. Просто паприке. Промариновала его и обжарила. Все лишнее убираем. Зеленый лук. Зеленый лук — это весной. Это аромат. Это вкус, просто пахнет как-то по-весеннему. Так, добавляем зеленый лук. Теперь опять авокадо. Нашей приправой. Смотрите, как это красиво. А как это вкусно. Надо еще сделать фотографию. Тогда сразу снять пробу. Смешно, некрасиво. Убираем. Подписывайтесь на мой канал. Будем готовить с вами вкусно, просто и ароматно. Наш салат готов. Перед тем, как кушать, можно его перемешать. Как вам нравится? Это вкусно, это красиво. Тут все вкусы и ароматы. Это зелень. Это ароматный базилик. Это
авокадо, это лимонная заправка, это цедра. Это так пахнет, вы не представляете. Я думаю, вам понравится мой рецепт. Приятного аппетита. Не забывайте подписаться на меня. Впереди у нас много интересного, ароматного, вкусного, сочного из самых простых продуктов. Можете сказать, что авокадо есть не у всех. Можем убрать с этого салата авокадо. Все остальные очень хорошо ингредиенты сочетаются между собой. Приятного аппетита!